Более 160 уголовных дел было расследовано следственным отделом в 2012 году. 84 из них направлены в суд. Это хорошие показатели, и их отметили на расширенном заседании коллегии. Оно прошло в Салехарде, и собирались там руководители всех городских и межрайонных следственных отделов округа. Причем количество раскрытых дел – не единственный положительный показатель в работе ноябрьских следователей. Похвалили нас за количество уголовных дел, направленных в суд. Оно возросло почти на 60% по сравнению с 2011 годом. А если в числовом показателе, то на 32 уголовных дела. Похвалили нас за снижение как в процентном отношении, так и в количественном отношении уголовных дел, оконченных свыше сроков, установленных требованиями уголовно-процессуального законодательства. Совершенствоваться нам необходимо в части исключения таких моментов, как вынесение судами по нашим уголовным делам оправдательных приговоров, возвращение уголовных дел из суда для производства дополнительных.